Путешествие второе. Марианская впадина. День пятый. Продолжаем серию репортажей о погружении конюха Федорова в Марианскую впадину. Уже можно сказать, что попытка удалась. Нам известно, что конюх достиг дна ногами, и мы пытаемся выйти с ним на связь. Алло, конюх, вы нас слышите? Прекрасно слышу! А скажите, что вы там видите? Себя вижу. Отражаетесь в чем-нибудь? Не, у меня глаза повылазили, но на ниточках держатся, так что я себя с расстояния 3 метра вижу. Маленький такой, с кулачок. Сдавило меня, ребятки. А как там вообще? А чё вообще? Тут кроме меня никого нет. Ой, холодно. Я с собой кипятильник взял, но не во что воткнуть. Ой! Что случилось, конюх? Таз меня догнал. Я ж его на 6-м километре потерял. А как вы дышите? Пакетик целлофановый. Жена с собой дала. Я в него и курю, и все остальное. А сколько еще планируете там находиться? А нисколько! Тяните меня быстро! Очень на родину хочется! Итак, начался подъем. Наш прославленный соотечественник стремительно приближается к поверхности. Вот он ударился о корабль. Вот еще несколько раз ударился о корабль. А вот и он! Ух ты! Ой! Что это? Осторожней, конюх, не наступите, это глаза. Да я вижу, вижу, лови, лови их. Да-да-да, вот. Поймал? Да. Вот хороший мой, спасибо. Ой, ух ты, красота какая. А сколько, мужики, километров до Челябинска, а? Кум у меня там, ага. Вот он квасит, поехали к нему, а? Ох, мужики, как эти рыбы водою дышат, а? Итак, установлен новый мировой рекорд.